гуляют по свету, ночь запрягая в карету. Сказки живут на полянах, бродят на зорьке в туманах. А принц Белоснежку полюбит, а жадность Кощея погубит. Пусть слаб на проделки хитро, но все ж побеждает добро. Thank you.
смелее вперед! Сказка нас давно уж ждет! Snowflake, snowflake.
достаточно. Но вот Дедушка Мороз, он еще на звук праздника приезжает. А я знаю, что в лесу сосульки звенят, как будто серебряные колокольчики. А снег под ногами так и хрустит, и поскрипывает. А давайте мы с вами устроим зимний оркестр. Дедушка Мороз точно его услышит и поторопится на праздник. Ну что же, артисты, берите свои инструменты. Сказочный, тут ничего не происходит. Да я и сам!
По дороге сказок пойдем, с вами песню соберем и Снегурочку найдем. Конечно, найдем, а вы мне поможете, ребята. Да. Дедушка, дедушка Мороз, посмотри. Тащи нам елочку погасил. Ой, это непорядок. Беда, у нас с вами елочка не может не гореть. Должна нам маячком светить, освещать дорогу. Ну-ка, вы знаете волшебные слова? Да! Точно? Да, да. Скажите, дедушке, на ушко. Только громко. Раз, два, три, елочка горит! А, понятно. Ну, попробуем сами вместе. А, так, ну, наверное, для начала... Вот, попробуем с вами, да? Значит, приготовились, так, дедушка, скажешь, заклинание сейчас. Снип, снап, снуре, пуре, базилюра. Раз, два, три, елочка, гори! Она не работает, потому что ее качки заколдовала. Тогда по-другому, другое заклинание. Давайте другое заклинание попробуем. Так, крипли, крапли, бумс. Раз, два, три, ёлочка, гори! Подождите, сейчас, сейчас, там может полупроводник. Подождите, сейчас загорится. Нет, не загорается. Проблема у нас, ребята. Так, вы мои помощники? Да. Волшебство. Умеете делать? Тогда за посох берем. Осторожно только. Надо все... Подождите. Вот я сейчас посох. Вот так, чтобы всем хватило места. Видите, посох волшебный. Осторожно. Сейчас наша задача с вами сказать заклинание. Подумать о самом хорошем, о самом светлом. Вы сможете? Да. Самое светлое – это белый цвет. Да. Можно о белом подумать, можно о маме подумать, о Снегурочке, о Снегурочке и о новом годе. Ну что, попробуем с вами? Приготовились. Снип, снап, снуры, крибли, крабли, бумс. Раз, два, три, ёлочка, гори! Мы получили 18-го. Музыку? Так, ребят, вы знаете, перед этим... Перед этим, что такое? Ну я понимаю. Ну а что? Ну я должен проверить, как, ну, это, вот, как вы готовы к Новому году. Должен, дедушка, проверить? Да. Вы, наверное, холодники. Я вот с Морозом, например, холодники. Ну-ка, ребят, сейчас с вами разогреемся. Встали вот здесь вот в шахматном порядке. Так. Да. Чтобы дедушка все. Так, ну-ка, соберитесь все. Ну-ка, соберитесь все. Конечно, конечно. Ну-ка, соберитесь. Поймали тишину. Ловим тишину вот так. Оп! Ну-ка, нет, поймали тишину. Ну, а где звук? Поймали тишину. Тишину поймали. Молодцы. Поехали. Елочки, пенечки, повторяйте за дедушкой. Хорошо? Приготовили. Сейчас я вспомню. Ага. На ёлках это вот так вот, вот так вот. Они маленькие, маленькие, душистые, стройная пушистая. Вот такая вот стройная ёлочка, вот такая вот. Вот такая стройная. Попробуй ёлочку быстрее, вот так. Ага, пенёчки, пенёчки, ёлочки, ёлочки, пенёчки, пенёчки. Запомнили? Да! Быстрее, да. Попробуем! Справитесь? Да! Точно? Да. Поехали! Елка, елка у нас веселая! Вот такая она стройная у нас с вами, елочка! Папеньки с мышками, елочки с крючками! Елочки, 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 елочки! Елочки, 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 елочки! Запомнили? А дедушка будет вас путать сейчас. Приготовились? Да. Попробуем. Елки, елки, тонкие и колкие. Папеньки смолистые, листья, душистые. Стройная, пушистая, вот серебристая.
меня. Возьмите стучками, ясочки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки, елочки. Елочки, елочки, пенечки, пенечки. Елочки, 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 пенечки. Пенечки, 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 елочки, пенечки. Ну давайте, с дедушкой еще раз быстрее сможем? Да! Ой, дедушка сам запутался. Но быстрее не будем, да? Хватит нам, разогрелись, по-моему. Ого, да. Ого, ты же совсем в этом мы была. Ой, точно, друзья. Слушай, это как я, мы все путались. Поймать тишину. Друзья, у дедушки есть волшебная снежинка, которая поможет, как навигатор, отыскать Снегурочку. А ты ее тоже ну, конечно, но с бурхой, снежинку нет, она моя. Посмотрим, что да. За снежинка такая. Ну-ка, я думаю на вас, а вы полетели все на стульчике. Да, вы знаете, такой морозец сейчас ударил, и вы к стульчикам прилипли. Да, сейчас проверю. Ну-ка, руку. Ну-ка, руку. Примерзло так, кто даст дедушке? Ой, нет, плохо, не приморозился. Так, я проверю. Ой. Хорошо, так, ну-ка. Помоги мне, дед. Ладно, все, верю, что все. Ой, снежинка, надо быстрее Снегурочку. Ой, спасать надо ее. Так, ну-ка, ребята. Вот она. Дедушкина. Снежинка, которая нам укажет. Только не могут ее с собой забрать. Кого? Снежинку. Хорошо. Снежинка, повернись. Каждой в сказке очутись. Так, куда мы попали? Да, пока непонятно. А мы что, в красном шапке попали? А вы слышите? Это песенка оттуда. Да, девочка такая, это красный шарф. А вы знаете такую девочку? Да, мультик смотрю. Так вот, это сама девочка из мультика. Ну-ка, шапочка, подскажи, не видела ли ты нашу песенку? Осколки не видала, они такие хрупкие. Знаешь, как тонкие. Видала? И где же? Где? А ты принесешь дедушке? Поделишься с ребятами новогодним волшебством? Ну, давай. Ну, так. Ого-го, вот спасибо. Это у нас с вами скрипичный ключ, по-моему. Да? Или нет? Я учитель в этой школе. Так. Это уж не тот ли осколок, про который я говорил? Тот. Точно? А откуда вы знаете? Мы а? Точно видели? Да. Это тот осколок или это просто льдышка? Ну хорошо, один осколок мы нашли. Так, ну что, попробуем с вами. А, я хотел, знаете, у меня небольшая загадка есть для красной шапочки. Справишься, шапочка? Справишься? Ну смотри, такая вот очень интересная загадка. С кем Мороз играет в прятки? В белой шубке, в белой шапке? Ну, знают все зимы дочурку.
А зовут ее дочурку зимы. А зовут ее? Снегурка. Снегурка! Правильно, правильно, сложная загадка отгадала, молодец. Ну что, ты с нами дальше-то пойдешь Снегурочку искать и осколки песни собирать? Да. Точно? Тогда мы тебе в команду приглашаем, садись на стульчик. Ну и, конечно, песня. Друзья, вы песенку подготовили, а что нам было веселее идти в походе с вами? Так, ну-ка послушаем. Выходите. Настоящая зимняя песенка у вас. Снежинка, снежинка, закружились, все в сказке с вами в другой очутимся и на стульчики полетели. Интересно, куда мы попали? В какую сказку еще нас завела песенка? Слушайте, как его зовут? Как его? Давайте запах. Ну, зайдешь. А как поживает Артемон? Ну, твой песик. Хорошо поживает. Ну, ребят, а вы Артемона-то помните? Такой красивый пудель такой. Очень красивый пес. Так, ну что, ребята, вы знаете, зачем мы к вам пришли? У нас Кощей разбил песенку нашу новогоднюю. И пока мы ее не соберем,
мы не сможем отпраздновать Новый год. Так вот, если у вас случаем здесь есть осколок песни, то очень вас прошу нам его подарить. Мы вчера его нашли. Так. Наши. Наши сказки, наш осколок. Он хрупок. Мы его вчера нашли, и под елку они шли. Это тот по приметам, ребята, осколок? Да. Точно? Да. Ну-ка, давайте, покажите дедушке. Покажите дедушке. Так. Ой. Братина. Так, и Марина. Вы осколок нашей песенки нашли. Действительно, ребята, посмотрите нотки нашей песенки. Все очень-очень правильно, по-моему. Друзья, я вас попрошу сейчас присесть на стульчике, а дедушка вас проверит, как вы готовы к Новому году. Хорошо? Хорошо, ребята? Мне, кстати, Снегурочка письмо написала. Вот, прочитаю специально для вас. Значит, если я буду говорить предмет, который можно повесить на елку, вы все аплодируете и кричите «Да!». Ну-ка проверим. Так, допустим, шарик. Да! Надо громче, друзей. Шарик. Да! Хорошо. А если я говорю, допустим, старый папин башмак, то вы должны, если это нет, сказать «нет» и застучать ножками. Да, соседям привет. Ну что, поехали? Попробуем? Справитесь? Ой, боюсь, она сложный написала для вас. Ну что ж, что висит на елке? Шишки да иголки. Висят на елке? Надо сказать, если висят. Стоп, стоп, стоп. Если висят, то надо поаплодировать и сказать «да». Да! Пестрые хлопушки висят? Нет, если хлопушки могут висеть, конечно, они же пестрые хлопушки, конечно, да. Вредные старушки висят. Точно нет. Хрустальные снежинки. Да. Вот они. А, рваные ботинки. Нет. Да. О, ватные игрушки. Ватные игрушки. Да. Ну, конечно, да. О, сдобные ватрушки. Нет. Точно? На полке сегодня ватрушки ели? Нет. Ладно. Зверушки из картона. Да. Ну, как-то вы не дружно отвечаете. Сырые макароны тоже висят, да? Нет. Спагетти. Точно? Полезные советы? Да. Ну, допустим, хорошо. А ванильные конфеты? Разноцветные флажки. Да. Точно? Точно? А, огоньки? Нет. Что? Да. Огоньки. Огоньки на елочке. Да. Точно висят? Да. Красные шапки Дед Мороз висит на елке. Да вон он, посмотрите какой. Посмотрите какой. Конечно, висит. А, пулемет и пылесос. Нет. Ну ладно, справились вы со Снегурочкиными загадками. Молодцы, большие, молодцы. Ну что ж, друзья, пойдем с вами в следующую сказку. Вы готовы? Ну-ка, уже выучили слова? Снежинка, свежинка, повернись, каждой сказке очтись. Поехали. Снежинка, снежинка, повернись, каждой в сказке очутись. Удивлю самые сапожки.
настоящий кот в сапогах. Ты уже, судя по песне, ой, прекрасно поет кот в сапогах, да, ребята? Давайте еще раз ему поаплодируем, как настоящему певцу, прям как в консерватории. Ну-ка, громкие аплодисменты, пожалуйста, для нашего кота в сапогах. А теперь, вот ты красиво поешь, только знаешь, мы потеряли осколки. Не находил ли ты такой тоненький, хрупкий осколок? Находил. Ну-ка, покажешь его ребятам и девушке? А мы посмотрим. Покажи, пожалуйста, нам. Что-то хочет рассказать кот-то еще. Ой, ну давай, бери осколок и рассказывай. А не этот ли осколок больно хрупок, он и тонкий? Да, по-моему, он. Ребята, это он? Да! А вы уверены? Внимательно посмотрите. Да! Помните такой? Помните? Да! Так. Ой, спасибо тебе, кот. Ты такой музыкальный. О, у меня для тебя есть, знаешь, для ребят такая музыкальная загадка. Справитесь? Да. А почему так? Как-то вот вы неуверенно ответили. Да. Тогда послушаем первую музыку. Итак, друзья, сейчас ваша задача угадать. Садись, кот, сюда. Угадать мелодию. Хорошо? Будет мелодия из какого-нибудь мультфильма. Вы вообще мультфильмы смотрите? Да. Нет, не смотрите? Да. Но сейчас проверим, как вы смотрите. Итак, первый мультфильм. Слушаем внимательно. Сашенька. Слушаем внимательно. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Мадагаскарских островах. Там ты ответила, чуть не растаял, дедушка. Ну что, вспомнили, как называется? Как? Мадагаскар! Мадагаскар! Правильный ответ! Следующий. Вот. Ой, там я тоже чуть не растаял. Просто прайд настоящий. Так. Много. Смотрел? Тимон и Пумба. Правильно. А откуда эти персонажи? Как мультфильм называется? Как мультфильм называется? Там еще такой персонаж, он выходил на прайд и рычал. Это Симба. Симба? Симба рычал. А Симба папа рычал. Это был король. Король. Как назывался мультфильм? Король. Лев, точно, правильный ответ. Слушаем третью композицию. Так, внимательно. Ой, это тяжело. Так, погромче нам. Вот, даже я не знаю. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сова лезет в самолет. Потому что только смелый уважает высота. Потому что сова лезет в самолет весит от винта. Молчайте! Конечно, молодцы. Вы что? И давайте попробуем последнюю песенку угадать. Так. А давайте следующую. Так. Вот такую вот давайте послушаем. Следующую можно? Ага. Так. Это же Эльза! Ну-ка, нужно. Ой, ну вы все знаете просто, какие вы внимательные, умные, взрослые. Ребят, ну что, помните слова? Очутимся в следующей сказке с вами. Давайте-ка, ну-ка, снежинку повернем, каждый в сказку попадет. Так, куда мы попали, вы узнали? Это как вы узнали? Вы уверены? Да. Точно?
Почти 7 гномов к нам пришли. А где остальных-то потеряли, а? Где потеряли остальных? На работе! На работе, правильно, правильно. Белоснежка, скажи нам, пожалуйста, не попадался ли тебе с гномиком осколочек? Попадался. И что? И где он? Вы его отложили под елочку тоже? Ой, а это не тот осколок. Осколок. Точно? Ой, на хрупах он. Что-то я не узнаю. Ну-ка, ребята, посмотрите. Посмотрите. Ну, пойдемте тогда со мной. Пойдемте со мной, посмотрим, подойдет ли он. Может, он не подойдет. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Так, ну-ка, вы уверены? Не подходит что-то. Я неправильно поставил. Вот так. Нет, подожди. А кто поможет дедушке? Да. Кто поправит? Ой-ой-ой, там. Я же говорю, не тот. Вот, точно? Аккуратно, нежно. Ой, какая песенка. Друзья, песенку-то мы собрали. Скажите, пожалуйста, а кого не хватает-то на нашем классе? Точно Снегурочки не хватает. Так, а что мне помочь? Точно! Я придумал, друзья! Вы знаете, на чем передвигается. Стоп! На чем передвигается Дед Мороз, вы знаете? На санках! А кого он запрягает? Кого он запрягает? Кого запрягает? Нет, олени, конечно! Друзья, вы знаете, вы мне должны помочь, мои олени немножко ленятся. Да, они приболели чуть-чуть. Поэтому сегодня вы будете моими оленями. Хорошо? Становитесь в сани. Полетим с вами по снежному небу и будем искать мою внученьку. И, конечно, Костеню тоже найдем. Так, все готовы? Готовы полететь? Так, приготовились, полетели! Вот так на улице, Сашка, летит.
Почти нашли, я уже почти чувствую, что тебе нравится цветочка. Девушки ты мне, возьми свой базок и смей на всю секунду. Устройте легкий крах, пока у меня не живется в нас руках. Улети, улети, радость на голдях. Звоны по сердцам птица, ночки летят. Новый год, новый год, гости к нам идет. Весело семейство. Посмотрим рекламу. Но при этом надо сесть на случай. Итак, внимательно посмотрим. Друзья, вы знаете, технологии сейчас такие. Мне кажется, это внученька что-то нам передала. Ну-ка, посохом возьму. Оп! Печальная история получается. Печальная история? В твоем парке тащил всю живую бедную. Мама, выйди на голову. И очень любит детей. Он сказал, что меня ни давно ни за что не уходит. И украл. И в подвале твоем меня замер Кощей. Что мне делать, как быть? Я добра и доверчива слишком. И да это ли я молода жестокая звезд? Но прошли ты меня, что мне четко молил мальчишку. Никогда Как же так не придет? Как не придет? Как не придет? Внученька! Внученька, мы спасем тебя! Ну, внученька! Пропал куда-то. Вот технология. Что же делать? Ой, я этому Кощею покажу! Ой, Кощей какой проказник! Держит ее в подвале спокойно. Чего-чего? Да ему заморозить его надо просто, заморозить. Ну, превратить нужно его в ледышку. Ну-ка, я сейчас посохом волшебным взмахну, стужу напущу, да вызову сюда мороз. Мороз, принеси мне Кощея и мою внучку Снегурочку. Внученька, а это ты? Как ты? Мама, ты можешь послушать? Да? Я здесь очень сильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего. Да! Не завез ли ты Кощей? Кто я? Где я? Как я здесь опять оказался? А это мы тебя с ребятами вызвали, да, ребята? Да! Я стал собрали! Да! Весело! Друзья, а теперь небольшая магия! Наша песенка собралась с вами, да? Сейчас мы посмотрим ее! Оп, пошли! Соединилась нашей песенкой Дима. Конечно. Нет, я не дам. Но я тоже хочу.
почему вам все, а мне ничего? Как ничего? У вас Снегурка, да. У вас елка, у нас подарки, да. А мне? И ребята. Кощею! Почему ничего нету? Я тоже она хочу! Она хотела сделать! Вот, правильно ребята говорят. Подождите, я вам песенку разбил. Разве да. Это плохо? Это хорошее дело, ребята. Как это нет? Зато вы ее собрали. Ты Снегурку похитил? Похитил он Снегурку? Да. Это доброе дело? Нет. Да и песни вы тут пели. Слышал я даже в своем замке, как вы громко поете, хлопаете в ладоши. О, ребята, мне кажется, просто нашему Кощею любви не хватает. Давайте все подойдем и обнимем нашего Кощея, растопим его холодное сердце. Конечно, конечно, конечно. Смотрите, как он теплеет. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите. А может быть, вы песенку нарисуете? Да. Новогоднюю. А это же песенка непростая, Кощей. Кто ее споет, будет счастлив целый год. Ой, а может быть, я с вами как-нибудь рядышком? Вставай, вставай. Может, подвою немножко? Конечно, мне так радостно стало на душе. Пойду-ка я к бабе Еге, она же там в лесу одна. Представляете? А елок там видимо, невидимо. Пойду я ей расскажу, какая у вас красивая елка и как надо праздновать Новый год песнями и танцами. Ну, подожди, Кощей, обещаешь больше не озорничать и ребятам во всем помогать. Обещаю. Ой, давайте поаплодируем Кощею и пожелаем ему хорошей дороги с наступающим Новым годом, подарочки под елочку 31-го. Ой, ребята, как я вас хочу всех обнять. Вы знаете, у меня есть танец для вас. Вот тот самый... Не помню какой, только вы на стульчике сядьте, а я припомню. Как же он называется, как же он? Ой. Давайте поможем встать. Подняться, Титулечка, ты в порядке? Ой-ой-ой. Ой, я ему сейчас стульчик принесу. Ой-ой-ой. Так, стою. Так, стою. Видите, видите, его на стульчик, да. Ему присесть. Ой, спасибо, девочка, спасибо, девочка. Какая девочка? Я вообще-то правнучка. Какая девочка? И вот девочка. А вот деревце. Это не деревце, это елка. Что? Елка. Головой дед ударился, ничего не помню. А кто вы? А что здесь такое за мероприятие происходит? Подождите, песни, пляски. Лето, что ли, сейчас? Нет! Осень? Зима! Весна? Зима! Подождите, что такое зима? Зима! Это когда дождик капает. Нет, это когда снег пошел. Да,
Ну-ка, все садитесь на стульчики, будете дедушке рассказывать. Друзья, вы знаете, я что-то припоминаю. Вот точно. Знаете, говорят, что муравей самый сильный из зверей. Это правда? Муравей. Это правда. Так. А говорят, петух в лесу скушал рыжую лису. Ой-ой-ой. Говорят, что серый кот дружно с мышками живет. Нет. Как нет? А мне казалось, что... Друзья, все у меня перемешалось в голове. Ой, а подскажите, так какой праздник-то? Новый год! На дворе. Какой новый? Новый год! И что делают дети? Они! Так, давайте на стульчиках, а то я так не слышу. Дед Мороз, да. Какие подарки? В таком большом мешке, на саночке ты привозишь. Друзья, ничего не могу вспомнить. Память так и отшибла. Что же мне поможет вспомнить? Я знаю, ребята. Я недавно дедушку научила одному очень веселому современному танцу. Так, и вот что? Вот мне кажется, если он сейчас услышит мелодию, под которую надо танцевать, у него прямо ноги сразу в пляс пустятся, и все мысли в голове на место встанут. Точно? А давайте попробуем. Давайте. А вы будете за мной повторять, ребята? Вы готовы? Так. Слышу. Вот уже. Да, а можно нам еще разочек с самого начала? Друзья, вы знаете, там вот такие вот, по-моему, простые движения. Сначала по коленочкам, хоп-хоп. А потом вот так вот в ладоши так. Хоп. Потом снова по коленочкам. Ну, повторяем. Хоп-хоп. А потом вот здесь. Хоп-хоп. Попробуем с вами. Только там будет ритм потом ускоряться. А вы справитесь? Да! Ну давайте попробуем погромче нам музыку. Попробуем. Сейчас надо головой крутить. Головой сильно-сильно крутить. Так. А теперь... Просто не могу. Я ну-ка, подойдите на дедушку, дедушка. Ой,
Так, подожди. Вот. Друзья, я вспомнил все. Вспомнил, что Новый год. Вспомнил про подарки. Про внученьку свою вспомнил. Все вспомнил, друзья. Так. А вы знаете, что у дедушки для вас есть? Мы знаем, что да. У тебя для ребят есть. Вот у ребят для тебя тоже есть, чтобы память твоя закрепилась на этих ручках. Это детские стихи меня лечат. А сначала песенка. Ой, песенка, точно. А песенка знаешь какая, дедушка? Да. Не на русском языке, а на английском. А вы что, на английском знаете песенки? Да. Серьезно? Да. Вы знаете, я недавно был в Лапландии у Санта-Клауса. Так вот, у них там снега совсем не было. Привез им много снега туда. Он обрадовался. Привет вам передавал. Как по-английски будет привет? Hello. Hello. Children. Санта-Клаус. Он такой смешной, такой толстый, такой. Он такой колокольчик есть. У него есть и колокольчик, там все. Друзья, Jingle Bells, по-моему, да, называется песня? Как? Не угадал, дедушка, нет? Не угадал. Мы лучше посидим и послушаем. Вы знаете, я зафиксировал этот момент и обязательно покажу, как вы пели Санта-Клаусу. Хорошо? Да, вы не против? Да, ему привет. Обязательно. Пожалуйста. Ой, друзья. Я ему привет. А кто-нибудь стихотворение для дедушки знает? Я вот нет. Никто не знает. Знаешь, ребята готовятся, чтобы сказать. В новогоднюю ночь, ребята. Конечно, приду. Конечно, ко всем приду, ко всем заскочу. Я же волшебник, правильно, друзья. Так, вы знаете, у меня для вас есть такие вот снежочки, которые мы в бочке солили со Снегурочкой. Помню. Ну-ка, там они, по-моему, под елочкой. Дай дедушке посмотреть. Друзья, а вы вот туда, вот, ну-ка, туда. Так. Ну-ка, засолились. Ой, друзья. Все, дедушка. Сияет. Друзья, не-не-не-не-не-не. Надо взять в ручки, отойти вон туда, к корзиночке. Так. Друзья, Снегурочка будет говорить, кто будет кидать, а вы должны попасть вот сюда в ведерко. Получится у вас, как вы думаете? Да. Только не в дедушку, только не в голову, хорошо? Ведерко. Ну, Димуль, давай. Так. Можно нам музыку веселую новогоднюю. Так. Да, почти. Так. Уже два. Так, три, четыре, пять. Не три. Ой. Так. Отлично. Ой. Почти. Так. Ну-ка, осталось совсем чуть-чуть. Ну-ка. Все надо собрать. Все собрать надо. Отлично. Вот, утрамбуем. Все поместились. Все собрали. Да. Молодцы. Вот это вы верьте. Все снежки попали. Друзья, вы знаете, у меня есть моя подруга Вьюга. Она очень страшная и опасная. Ну-ка, все закрыли глазки. Так, закрыли глазки. Друзья, Вьюга убежала. Не хочет вас морозить. Но зато я про подарки вспомнил. Вы ждете подарки? Да. Не слышу, ждете, нет? Да! Да, подарки. Сейчас я посох свой возьму. А подарки у нас обычно где? В мешке.
В мешке? Нет, ничего. А куда дед оставляет подарки для детей? Под ёлку! Давайте посмотрим под ёлкой. Тяжелые ребята, тяжелые. Ну-ка все на стульчики приморозились. Так. Ладненько держи. Так. Сейчас посмотрю, что... Ого-го! Вот так узел, ого-го! Развязать я не смогу. Стоп. Сидим. Пусть я сейчас, он немножко заледенел. Мы на него дыхание подуем. Ну-ка, подули. Подули. Слезь. Отлично. Так. Подули. Оп. И... Оп. Так, молодцы, очень хорошо дули. Так, ну что ж. А кто первый у нас, Игорьчик, скажи? У нас девочка прекрасная, Варенька. Ой, Варенька, вижу Вареньку. Варенька, беги мне, дожди. Так, а мы сразу с Варенькой, наверное, сфотографируемся обязательно. Так, вот какой подарок тебе от дедушки. Варь, вставай сюда. Варь, не вставай, сфотографируемся с тобой. Так, вот сюда вот. Оп, Варю, улыбаться умеешь? 32 зуба. У тебя, наверное, еще не все 32 зуба, да? Ну-ка, улыбнись. Так, отлично. Беги к себе на стульчик. Что у нас есть прекрасный джентльмен Александр. Ой, Саш, спеши ко мне сюда. Этот подарок для тебя. Ты ко мне? Да не ел ты кашу весь год. Мне мама писала в письме. Я. Ел? Точно? Ну хорошо, держи. Это правда. Ну давай, крепкий будь бобетрём. Поздравляю тебя с Новым годом. Присаживайся на стульчик. А, сфотографируйся. Потом мы все вместе снимемся. Так, кто это у нас там сидит? Снежиночка Настенька. Конечно, Настёна. Настенька, у меня для тебя особый подарок. Я знаю, ты самая умная девочка. Это правда? Конечно, это правда. Так, вот для самой умной Настеньки у меня тоже подарок есть. Поздравляю тебя. Садись на стульчик. Так. Арсений. Скажи мне, пожалуйста, ты папе помогаешь? Дома убираешься? Да, или убираешься? Убираешься. А еще больше будешь убираться? Помогать маме? Арсений, ты будешь маме помогать? Арсений говорит, будет помогать маме. И вот твой подарочек, Арсений. Держи, поздравляю тебя с Новым годом. Спасибо тебе, у меня Алёна. Конечно. Ровно год назад мы с ней видели. Держи. Знаю, ты хорошо себя ведёшь, я замечаю. Садись. Михаил. И проходи сюда. Ну-ка, нажми дедушке руку. Так, проверим. Ой-ой-ой, не так сильно. Сила у тебя богатырская прям. Ну, держи свой подарок. Будь здоров. В Новом году. Поздравляю тебя. А дедушке не надо сказать волшебное слово? Нет, за что нет, за что так. Дим, выходи, дедушка. Ой! Как вот у тебя, прыгни подарок. Будь сильным, крепким и расти высоко. Обещаешь? Хорошо, ну садись на стульчик. О, Мишенька. Мишенька, иди к дедушке. А тут вот смотри для тебя. Ну, посмотри, я не могу выбрать никак. Посмотришь? Помоги дедушке выбрать себе подарок. Мы тебе доверяем. Мне доверяете? Да. Хорошо. Так.
Мишенька, держи. Наступающим тебя Новым годом. Поздравляю. Так, кто у нас еще остался? Конечно. Самый терпеливый долго ждал, когда же до него очередь дойдет. Держи. Вот, плохо. Это чтоб тебе хорошо спалось? Шучу. Это дедушкина, это в санях я стелю себе, чтобы помягче ехать. Попала сюда. Да, бывай, держи подарок от дедушки. Друзья, ну, а дедушке надо сказать... Спасибо! И вам спасибо, друзья, что Новый год спасли, что помогли Морозу и Снегурочку спасти. И сами повеселились. Не слышу, повеселились. Так давайте с вами сделаем праздничную фотографию. Ну-ка, все вот сюда вот елочки с подарками, чтобы все было видно. Так. Ну что ж, ребят, я прощаюсь с вами. Все, не переживайте. Пока, ребята! Дорогие родители, только что в этом зале отгремели детские праздники. Каждый шарик, каждая снежинка на нашей елке слышали радостный детский смех и звонкие песни. И мы хотим подарить каждому из вас по такому шарику, чтобы и ваши дома были наполнены теплом и радостью. С Новым годом! Дорогие родители, мамы, папы, бабушки и дедушки, наступает самый волшебный праздник – Новый год. В этот праздник можно обязательно загадать желание, и оно вот точно-точно сбудется, потому что нужно очень сильно этого хотеть. Год был трудный, для всех трудный, тревожный, но мы его с такой радостью провожаем. Пусть он остается, пусть в нем останутся все тревоги, печали, заботы, а следующий год будет творческим, радостным, веселым. Чтобы дети наши только радовали нас. Пусть у каждой Снегурочки Дед Мороз исполнит желание. И у каждого Деда Мороза Снегурочка исполнит обязательно желание. Пусть будет счастье, здоровье, мир. С Новым годом!